В 140-й серии турецкого сериала «Права на престол Абдулхамид», который выйдет на экраны Турции 26 февраля, мы увидим следующее событие. Государство и сам Абдулхамид оказались в очень сложном положении. На данный момент ситуация оказалась действительно очень сложной. Правителю необходимо будет заранее продумать каждый свой шаг. Правитель начинает подозревать о том, что во дворце среди приближенных для него людей есть еще один предатель. Только пока ему не удалось доказать этого. Абдулхамид не отчаивается и собирает выяснить личность этого человека. Эшреф получил новые сведения и совершил нападение на организацию, которую он преследовал уже долгое время. На своем пути ему пришлось встретить зазнавшегося выскочку, который находился ниже по званию. Только он вызывает у Эшрефа интерес, и он решает изучить его получше. Ведь с помощью него можно будет найти и выйти на главную цель и найти основных зачинщиков. В этот момент Салиха начинает искать способ для того, чтобы решить внезапно свалившиеся на ее голову проблемы. Фатма также не сидит без дела, и она пытается найти того человека, который организовал ловушку. Наиме понимает, в какой ситуации оказалась, и она начинает оправдывать себя перед отцом. Всю вину она пытается скинуть на Фатму. Только Алия прекрасно известна обо всем, и в итоге все приведет к тому, что она сдаст Наиме. А мы напоминаем, что 140-я серия турецкого сериала «Права на престол Абдулхамид» выйдет на экраны Турции 26 февраля. Мы благодарны каждому за активность на нашем канале.